Сладко. Из эфира в эфир. Ребят, я скачу с одного аккаунта в другой. Всем привет. О, смотрите, какой хайлайт. Amigos don't lie. Типа friends don't lie, да. Нет, Stranger Things. Мы так соскучились по Матушке, если честно. И у меня такое впечатление, что Ломать тоже тепло. Не привыкла я летом. Вернее, зимой путешествовать, только летом. Поэтому как-то еще странные такие смешные чувства. Покажи фигуру. А не просто показать фигуру. Я буду утка. Даже когда без макияжа, обязательно надо хайлайтером красить. Ну что? Мне нравится. Что тут такого? Что плохого? Он еще на... Хайлайтера надо все равно красить, даже если без макияжа. Вернее, наносить хайлайтер. Но мне кажется, что он придает такую вот красоту лицу, свежесть, которой нет. Что мы не спим по ночам. Вот. Такие дела. Тут достаточно тепло, но по ночам, по вечерам тут прохладно все равно. Как в Алмате, да, примерно? Летом. Это была шутка. Ну ладно. Всем привет, привет. Что я хотела рассказать? Что-то я забыла. Что-то. Фу, муравей заполз на меня. Тут есть игуаны, тут есть ящерицы, ящерки. Такие смешные, маленькие. Тут... тут крабики на пляже вечно ходят. Маленькие такие, и дырочки себе, норки такие прорывают. Что это вообще так страшно смотрится, как фобия? Это арахнофобия. А как она называлась? Вот, так что я очень сильно боюсь вот этих вот дырочек, особенно в песке, где эти крабы, это вообще жесть. А здесь нечего пить. Вернее, здесь нет воды нормальной. Она везде какая-то сладкая. Какая-то, знаете, еще как сарагаш вода наша. Вот такая. Невкусная вообще. Я не могу тут все никак напиться водой. Мне все время жажда мучает. Еще еда здесь специфичная очень. Я тоже здесь, может быть, голодаю. А, не могу. Что делаете? Казахстан наш. Ой, а я не листаю. Где Казахстан? Плавают. Что-то там орут на Казахстан. Ой, зря кувырок сделал. Какой остров? Остров называется Куачанг. Мне нравится название. Куачанг. Куачанг. Вот. Остров слонов. Да, остров слонов. Слоновый остров, окей. Ой, он еще раз сделал кувырок. Весело. Весело. Такой ля-ля-ля. Так, хорошо, ты в Таиланде, да. Исыкуль вам нравится? Исыкуль, да, очень нравится. Не планируете детей? Чуть-чуть попозже. Который час? У нас на час. У нас на час больше, чем в Алмате. Вот так вот. Куда посоветуете поехать на свадебное путешествие? Ну, в любую страну, которая вам нравится.
уже нет каких-то особых критериев. Ну, желательно на Мальдивы. Или в Монако. Все, ясно вам? Всем привет, всем привет. Вода у вас теплая? Вода, в принципе, теплая в море. По утрам. По утрам, да. Но не такая теплая, как, допустим, Дубай. В Дубае, да. Уже спец моря. Да, в Дубае теплее, чем в ванне. Чего он вечно махает? Да ну, замужем, что ли, извините. Ты извинишь его? Да. Он тебя извиняет. А, где? Говорю, он мужик, руки поднимает, вот тонет, потом дашь кот. А ну, я еще читаю. А, капец. Вы что, не плаваете? Сейчас пойдем. Тут Ника за нас заступается. Что-то он опять ругается. Проблем с интернетом нет, потому что у нас симки. Мы купили симки местные и сидим на 3G тут. Ну что, блядь, трансляция. У нас тут все окей. Привет, всем привет. Извиняет. Без макияжа такая милашка, боже, спасибо большое. Смотрите, хотите, покажу быстренько так. 18+. Оп! Все, больше не покажу. Привет, Оля. Ты что, ко мне пришел? Точка мне в трансляции. Дай совет, на какого парня надо замуж ходить, чтобы была по-женски счастлива? Ну, странный вопрос немного, потому что тебе нужно само это определить. Я уже занят. Ну, то есть, ты должна внимательно присматриваться. Я думаю, если ты хоть немного чувствуешь людей, знаешь, какие бывают лицемерные люди, там, врунишки, подлецы, то ты запросто определишь хорошего, честного, порядочного парня. Вот такого вот, как Туйка. Спасибо большое. Сколько у вас температура там? У нас здесь где-то 27-30, то есть между-между. Лейла Керемет, где Малстарн, Сеттец, нура! Айда тост. Сколько, так, у вас температура, сколько стоит билет туда-сюда? Ну, все это, все вместе у нас здесь обошлось 3000 плюс, в смысле, плюс еще 1000 нам нужно было на расходы и визу, и еще, чтобы нас сюда запустили, типа депозит, короче. Вот. Все это недешево, но потому что, мне кажется, это остров. Потому что в самом Таиланде, в Бангкоке или в Пхукете, мне кажется, было бы дешевле. Сохрани эфир. Окей. У тебя один из лидер. А, перестаньте. Спасибо. Че, язык черный? Да. А у меня красный. Красный? Amigos don't lie. Вот. Родные сестренки, братья есть? Да, двое. Что за хайлайтер? Это, короче, Никс плюс Анастейша Беверли Хиллз. Хай желтый стандарт. А почему не Пхукет, а Кочанг? Ну, Пхукет, мне кажется, такой более тусняковый, такой весь грязный, да, вроде? Или нет? Нет. Чистый? Ну вот, а здесь очень, кстати говоря, чистенько, аккуратненько. Как сказать, спокойно, очень мало молодежи, в принципе, казахов и русских. Ну, как бы, не мало, но тем не менее... Они иностранные, старик. Да, и тем не менее, как бы, ну, как бы это пафосно ни звучало, нас никто не знает. Боже, ну, ладно, взглянем правде в глаза, немного напрягает все это, вся эта суета. Сколько лет уже как женаты? В этой весной будет 3 года? Или 2 года. Ой, 2016. А, 2. Два? А? 2 года? Что? Как женаты. 2017-2018. Угу. А я думала 3. Ты там домик на деревьях, что ли? Или на горе? Где? Вон. А, ну и что? Да, или на деревьях? По-моему, на горе.
прикольно смотрится. А, хотя нет, может быть, даже на дереве, знаешь. И на горе-то. Вот. О боже, покажи крабиков. Нет, я не буду. Мы ушли с того пляжа, это пляж Long Beach называется. Там пляж начинается сразу. Что? Вернее, здесь начинается море сразу. Прям вот как бы с обрывика вот такого, видите? А там есть пляж песочный с ракушками, и там вот крабы возятся. Я туда больше не пойду в жизни. У меня там фобия бешеная просто начинается. Там Бузова говорит, но она в Пхукете, а я не в Пхукете, мы не в Пхукете. Зачем нам Бузова? Будем с ней тусить. А дети, вот знаете, более спокойно относиться к этому в Казахстане уже давно пора, потому что вообще везде в иностранных... В Европе, в Америке все придерживаются такого мнения, что как бы нужно нагуляться, нужно встать на ноги, потом только детей. Я не понимаю, боже, как будто нам, знаете, 40 лет, и мы тут такие ходим без детей, да? Ну, это же глупо. Мне всего 20, то и 21. Повременим еще, наверное, годик, и нормально будет потом. Чего вы, ребят, давите? Если женимся, мы должны сразу... рожать детей, сидеть дома и как бы плакать в подушку, что у меня такая жизнь неоческая. Я думаю, что нужно к этому более спокойно относиться и давать свободу и выбора каждому человеку. Если у нас их нет сейчас пока, не означает, что там мы не хотим там или что-то еще. Все будет, но не сразу. Да? Цитаты. Так что вот так вот. Зависть, деградация. Ну, что-то вроде того. Губы не свои, что ли? Так, сделай туя. У тебя не свои губы туя? Чё? Когда ты успел их накачать, а? Так. Вы... Я опять уски есть. Ну, ничего. Надо забрить. Усики, проход. Нет. Нет. Ко мне, что ли? Тебе? Шучу. Это была ужасная шутка. Мне так прикольно смотреть на людей. Мне так нравится. Такая голова торчит, плавает. Привет. Дети — это счастье. Дети — не помеха вставать на ноги. С детьми меняться в лучшую сторону. Окей, спасибо. Кто вы по национальности? Как зовут вашего мужа? Моего мужа зовут... Прости, Мантошка. Зовут Туйка. 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 Ботокс. Губы соседские. Ты на Кайле похожа на стиле. Спасибо. Отличного отдыха. Ой, большое спасибо. Как там классно, наверное, да. Тут очень тепло. Мы уже поплавали немножечко. Сейчас пойду еще раз плавать. Так что да. Вот так вот все. Ой, смотрите, это что? Это что? Красивая такая птичка. Чайка? Это что, чайка? Вот у меня проблемы с этим. Я вот не могу животных определять. Надо выучить. А то проходит птичка какая-нибудь, я говорю, о, утка. Я такая, Туя, смотри, утка. О, боже. Туя, это и есть полное имя, а по национальности вы кто? Мы казахи. I'm Kazakh. Туя узбек. Шучу, он казах. Вот. И полное имя Туйлан. Можете на страничке посмотреть. Ой, класс. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо. Да нет, это не чайка, а чайки меньше. Дам идею. Фоткай разные углы Таиланда, чтобы распечатать фотки и добавить их в ваш... Мама позвонила вроде. Диса. Они сегодня должны встретиться. А вот. Надеюсь, решат. Такие красивые, спасибо большое.
я пошу. Мне надо потом пообщаться с тобой. А то я что-то не понял, какую-то тему. Так-так, телочки. Реклама. Сейчас подпишутся на тебя все тут, Диса. Ты когда приедешь, Диса, а? $1000 на карманы хватит, но на двоих, на двоих точно хватит. Если вы не будете... Смотря как отдыхать. Ну да. Вот, мы тут потихонечку ходим. Можно и за день прогулять. Да, пойди. Ганбей. А я на работе. Твоя что, грудь порвалась? И... Да, давно. Диса, ты же видел его грудь? В феврале на 2 недели? О. Здесь рвется. И здесь рвется. Все рвется. Здесь рвусь. Как прошло ваше первое свидание? Мы прогуляли уроки вместе. Да. Не делайте так лучше, но тем не менее. Приезжайте, здесь очень классно. Кто собирается в Таиланд, прям в самый раз. Кстати, вон лежит мой пайнапл. Смотрите. Я сегодня с ним хочу пофотаться. Кто и будет мне фоточки? Только вот. Пин пайнапл, апл пен. Фу, Диас. Что? Куда это Диса видела, а? Чё ты гонишь? Ну, я не сомневаюсь, что он видел. Куда он? Смотрите, эти, фламинго. Фламинго. Пен пайнапл, апл пен. Кто пукнул? Кто я пукнул? Никто не пукал. Честно говорю. Честно говорю. Трын-тын-тун. Фу, на мне всякие мошки сидят. Расскажите что-нибудь еще из школы. Я терпеть не могла школу. Думала, что это все не нужно. Я почти не ошиблась, потому что я спокойно себе живу. Мы спокойно с Туей работаем. И пока те знания, которые мне дали в школе, пока что не пригодились. Но учиться все равно нужно. Особенно грамматики русского языка. Если хочешь грамотно разговаривать. Да, пойди, Дис. Прилетай давай. О, Диас, рядом. Прилетай, давай, мы тебя будем ждать. Здесь очень круто. Поплаваешь? Хотя до острова 6 часов ехать. Ну, чуть не сдох. Денечек. Да? Кстати, да, мы сутки сюда доезжали. Вместе с перелетом. Келесмба, Диса. В универ поступила? Ну да. Как бы да, как бы учусь еще. Кем работаете? Продавцом. Торгашом. А, там же работает у нас. Смотрите, пальмы там красивые, прям пипец красивые. Бичуган. Ой, видите. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Горячо стало, горячо. Откуда у вас такие деньги и кем работаете вы? Как узбек. Чё, а? Лейла мне по ночам в магазин отправляет, называет узбек. Тут у меня кто-то по пути обязательно попросит что-нибудь потащить. Пакеты или машину потолкать. Я возвращаюсь к реальности. Нет, боже. Ну у меня, допустим, всегда что-нибудь болит, там ножка или еще что-то. Они воруют страну, как и все. Спасибо большое, Ольга. Ольга Заварзина. Привет, всем привет. Че, пойдем плавать? Пойдем. Мы будем плавать. Только немножко. Симон тут. Домой? Когда домой? Мы 29-го.
Да. Сейчас какой еще месяц? Январь? А, да. Что, потерял счет во времени? Ну, диссети напишу, ладно, вечером. Жди меня. Я вернусь. Покажи нам, как вы плаваете. Эй, Шингус, отстань от меня, ёпта. Тебе же сказали. Тебе же сказали. Кто такая? Диса целуется. О, Диса. Такой. Что пишет? Что ты ее пугаешь? Сейчас она плавать не будет. Что? Она и так этих крабов боится. Диса говорит, что тут пираний много. Ой, рыбка, вот она, вот она. Я говорю, там рыбка есть. Вот они, вот они, вот они. Боже, дай мне телефон. Вот она, вот, 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 вот. Нет, та другая. А вот она. Сейчас. Диса, мы пираний нашли. Это не... Что? Диса, здесь пирань. Где они? Нет их. Вон они туда уплыли. Ты заснял? Нет. Может, там они подошли? Они еще такие красивые. Ну, они серые, но такие красивые. Там на них узорчики были. Нету? Сейчас найдем, покажем. На. Ладно. Не смогли ему показать. Они уплыли уже. Как кашки. Свое лицо заснял. Ну, что ты свое лицо заснял? А? Что, ты будешь прыгать? Нет. Давай, я тебя сниму. Давай, прыгай. Где? Да, прыгай. Такие застыли, такие. Расскажите про тур, как вы и где, и что, и как, что. Если вам это интересно, я могу это расписать. А пока что... Пока что... Пока что... О, боже, туя нет. Кстати, смотри, это же кокос. Вот. Ну, точно. Грамота. Вообще тут так круто. И летать зимой, оказывается, так круто, когда все морозятся, ходят там, мерзнут, а мы такие, типа, bitch don't kill my vibe. Вроде ты была подписана на его магазин. Так, стоп, что? На каком? На каком? К чей магазин? Нам тоже покажите. Нет, вроде... Давай. На что за магазин? Пока что стриптиз. Давай, я тебя сниму. Хорошо, я сделаю пост и напишу, где что. Но не удивляйтесь, если будет что-то такое всем известное. О боже, тут пролетел шмель. Какого хрена? У-ху! Вот эту я прыгнул. Следующая я. А, магазин Туйки? Ну, мы закрыли мужскую одежду, потому что у нас мужики такие привередливые. Ну, то есть, как сказать, Китай, Турция их уже не устраивает. То есть, им нужна там Зара. Они ждут обязательно скидок. Они ждут обязательно каких-нибудь акций на люксовые. Ну, опять-таки, понимаете, это как бы не... Блин, это все так сложно, на самом деле. Я имела в виду люксовые не в плане
Конечно же, есть еще дороже бренды. Я имею в виду, что их уже не устраивает Китай и Турция, и то, что продают в бутиках и инстаграмских магазинах. Туя, давай! Давай! Нет, плыви! Давай, давай! Плыви, давай! У-ху. Давай, проплыви! О, боже, что происходит? Вот реально, как начинается трансляция, я иду, свободно ересь, вот клянусь. Вот разговариваю в жизни нормально вроде, и начинается вот это все. Надо на курсы ораторского мастерства походить. Так, стоп, я не того снимаю, а вот только. Поэтому мальчики предпочитают одеваться в нормальных магазинах, чем в инстамагазинах. Вот так вот, понимаете? Вот что я имела в виду. И не могла вам все никак рассказать. Поэтому надобности пока что в мужском отделе нет. Потому что если заниматься мужскими вещами, то нужно прям заниматься мужскими вещами. То есть это прежде всего качество, это прежде всего цена, это прежде всего тренд, то есть модели, да, какой-нибудь определенный. То есть что попало у нас, мужики не носят в Казахстане. Все, и этим все сказано. Так что... Если что, дай бог, дойдут руки до туда, и мы как бы мужские тоже будем нормально представлять. Вот так вот. Ну а пока у нас в магазине есть купальники, различные кофты, штанишки и так далее и тому подобное. Так что приходите, если вы еще не приходили к нам, пожалуйста, берите вещи, потому что, не знаю, те, кто понимают мой вкус, те понимают. Все радуются, всегда приходят, говорят такие комплименты, что, о боже, у вас такой шикарный вкус и так далее, и так далее. Так что, я думаю, вы найдете себе по вкусу что-нибудь. Приходите обязательно в вкус. А ваш магазин еще трудно. Я вот и говорю, что Китай и Турция в основном преимущественно. А что там греха таить? Китай, он везде Китай. То есть инстамагазины, как вы думаете, работают? У них там люксовый Милан, Париж, вещи, что ли? Да ни хрена подобного. Все это Китай, все это барахолка, все это базары, все это все, что доступно. Поэтому, не ждите какого-то супер там, я не знаю, качества за такие деньги маленькие. Вот так вот. Где находится магазин «Придем»? Ты что, хайпишься, да? Что с тобой, я не могу понять? Тебе уже давно сказали, что стопэ, братан, стопэ. Почему Forty Fox? Потому что 44 – наше счастливое число с Туи. А когда говоришь 44, получается, типа, название моего никнейма, начало, и мы добавили X, типа, Forty Fox. Типа, Forty Fox. Forty Fox. Окей. В других городах откройте магазин? Да, откроем, но попозже, потому что это все-таки очень затратно, это очень много сил, денег, времени на это уйдет, поэтому мы хотим немного основаться в Алмате и затем уже идти в другие города. Но в планах обязательно есть, так что ждите, ждите, ждите. Я уверена, что вы дождетесь. А, господи, меня что-то укусило, мать твою! Что такое здесь просто? Единственное, да, что Таиланда мне не нравится, это то, что тут очень много всяких говнобукашек. Вот. Если вы боитесь говнобукашек, то, пожалуйста, не приходите сюда ни разу. Никогда не приезжайте сюда, окей? Окей. Вы сами покупаете товар с Китая. Так, пусть эта информация останется в тайне. Окей. Привет. Айден, привет, как дела? Мы в Таиланде. Ха-ха-ха. А ты на лыжах катаешься, наверное, как всегда. Откройтесь в Астане. Хорошо. Скорее всего, вторая точка будет у нас в Астане. Ника, я при чем? А, привет с Бишкека. Классно. Катаешься, да, Айден?
Я подписана на ваш инстаграм уже 2 года. Очень мотивируете и вдохновляете. Большое спасибо. Это и есть основной целью моей, если честно. Потому что когда я была маленькая, то я находила девочек, которые тоже меня мотивировали. Они, конечно же, были старше меня. Но, знаете, мне их было мало. Вернее, не было той, которая приходилась мне вот прям по вкусу, и которой я заходила каждый день и такая, типа, боже, вот это вот действительно мой вкус, и я бы такой хотела быть в будущем. Поэтому я стараюсь, чтобы хоть у вас была такая девочка. Кажется, кто-то тут скромностью не страдает. А, вот. Так что да. Спасибо большое. Мы на острове, мы на Куачанге. Куачанг. Откройтесь в Ахтубе. Кто с Ахтубе? Ахтубе. Кто с Ахтубе? Скажите мне. Что написано на майке? Amigos don't like. Типа, друзья не врут. Какой у вас вес? У нас. У меня, по-моему, 54 или 53. Что-то в таком роде. Вот Ахтубе. По идее, я родилась в Актюбинске, кто не знал. Но буквально через очень короткое время переехали в Алмату. Из-за этого я считаю себя коренной алматинкой. Вот. Коренные алматинцы рулят. Да, так. Ну, Ахтубе я тоже не забываю. Почему я не могу говорить Ахтубе на русском? Я говорю Ахтубе. Как будто я такая, знаете, бывалая тетенька. После Таиланда приезжайте кататься, будет классно. Блин, я уже хочу на лыжах. Тайден пишет. Мой инструктор. Приезжайте кататься, да, приедем обязательно. Красотка, покажи море. Вот море. Тут просто тетеньки плавают и выглядит не очень красиво, так что. Сделаю так, две сосиски. Две сосиски. Че, наплавался только? Да. Что там скучно? Да. Пусть Актюбинска. Ничего себе. Ребят, знаете, говорят, одна мудрая женщина сказала, что говорить ничего себе нельзя, потому что это означает как бы ничего себе, ничего себе. Вот. А когда говоришь, ну надо же, значит тебе это надо, и как бы все к тебе приходит, все, что тебе нужно, все к тебе придет. А когда говоришь ничего себе, это значит, ой, ничего мне, понимаете? Ну все, короче, вы поняли. Салам Туя пишет. Один. Вот. Покажи ножки. Иди-ка в пень. Ладно, не пиши так больше никогда. Ай, что тут ветер кусит? Меня кто-то какие тут кусает. Тут какие-то есть красные такие насекомые. Они меня укусили. Туи, привет. И тебе привет. Огненный муравей. Такие существуют? Песок в глаза. Какого хрена просто здесь ветер такой сильный. Ну ладно, ребят, мы пошли плавать. Всем пока. Давайте.